Здравствуйте! Евроспорт предлагает вашему вниманию обзор матчей Национальной хоккейной лиги. Со среды на четверг в НХЛ прошло 4 матча. Начинаем с игры, которая проходила в Калгари. Майк Смит, голкипер Флеймс, ни разу в своей карьере не выигрывал у Бостона. 8 матчей, 8 поражений. В то же время Тука Раск одержал 6 побед над Калгари и ни разу не проигрывал в основное время. 3 поражения и 94,2% отраженных бросков. Фантастическая статистика и... Эта статистика говорила о преимуществе Бостона. Переходим к событиям первого периода. Майку Смиту пришлось потрудиться. Сразу несколько сейвов. Долгая атака Бостона. И очень опасен был Райан Донато, 17-й номер Брюинс. Дэвид Бекис также работал на пятачке и пытался добить шайбу в ворота. Мэтью Ткачак делает передачу Микаэлю Баклунду. Баклунд продолжает направо. И Михал Фролик открывает счет в этой встрече. Вторая шайба в сезоне. Классная комбинация Флеймс. И голкипер Тука Раск уже был отыгран. Даже клюшку потерял в этом эпизоде. Вот так быстро разыграли шайбу хоккеисты Калгари. Атака Бостона. Наброс на ворота. Дальше розыгрыш у этих самых ворот. Бросает Патрис Бержерон. И этот бросок был самым опасным. Ну а потом игроки Бостона попробовали добить шайбу в ворота. Но все это успехом не увенчалось. По-прежнему 1-0 в пользу Калгари. 5-4 по голевым моментам. Ближе к концовке первого периода. И Джонни Гудро забрасывает еще одну шайбу. 16-я минута, и счет становится 2-0. Монахан и Хеннифин в ассистентах, ну а Гудро достигает отметки в 100 шайб в Национальной хоккейной лиге. А это наброс защитника Калгари, и этот наброс превратился в гол. Юсо Валимяки. Первая шайба в Национальной хоккейной лиге. 6 матчей ему потребовалось для того, чтобы отметиться дебютным голом. 3-0 в пользу Калгари. Концовка первого периода. Передача под бросок. И Давид Пастерняк отправляет шайбу в ворота. Однако главный тренер Калгари Билл Питерс берет запрос на положение вне игры. И видеоповтор показывает, что игрок Бостона пересек синюю линию раньше, чем это сделала шайба. А потому шайбу отменили. 3-0 в пользу Калгари после 20 минут в этой встрече. Красота неимоверная от Патриса Бержерона, который возвращает интригу в эту встречу. 6-я шайба Бержерона в этом сезоне. Давид Крейчи в ассистентах. И на 3-й минуте второго периода Бостон один гол отквитал. Но игроки Калгари продолжили действовать активно. И классная комбинация получилась у Баклунда и Фролика. Началось все с отбора в зоне соперника. Ну а затем Баклунд делает вот такую изящную подкидку. И Фролик подстраивается под передачу, нанося бросок в одно касание. Давид Пастерняк катит к воротам. Шайба приходит к его партнеру Патрису Бержерону. И тот исполняет перевод прямо в клюшку Брэду Маршану. Маршан бросает вправо от вратаря угол. И это вторая шайба в сезоне для одного из лидеров Бостона. А это прекрасный момент у Джонни Гудро. Он опередил защитника, но вот переиграть вратаря не получилось. Соревнование в скорости выиграно. И дальше на этой очень высокой скорости пытался раскачать голкипера Джонни Гудро. Майк Смит делает передачу по борту, аккуратно клюшку сопернику. Патрис Бержерон набрасывает, Пастерняк выставляет свою клюшку, попадает с лету по этой шайбе, но Майк Смит все-таки не дает себя переиграть. Разрыв 2 шайбы, Бостон поменял вратаря на 6-го полевого игрока, и в эти самые пустые ворота влетела шайба Мэтью Ткачака. 5-2 победа Калгари в этой встрече. Флеймс перебросали соперника. Дублем отметился Михал Фролик. Гол и передача у Ткачака. Теперь отправляемся в Вашингтон. У Кэпиталс в этом сезоне в победных матчах разница заброшенных и пропущенных шайб плюс 10. А вот в проигранных матчах тоже довольно серьезный дефицит наблюдается. Минус 9 у действующих обладателей Кубка Стэнли в этом сезоне. Переходим к событиям первого периода. Мика Зибанижад открывает счет в этой встрече на 7-й минуте стартового отрезка.
Крис Крайдер в ассистентах, и Нил Пьонг также заработал результативную передачу в этом эпизоде. Передача в центр, бросок, добивание, и Брейден Холтби с добиванием как раз справиться не сумел. Мощный бросок, с которым в этот раз голкипер Вашингтона справляется. Последовало и добивание, и на Холтби уже надежды не было. Однако Кристиан Юс выставляет свою клюшку, и шайба не пересекает линию ворот. Отличный момент у Рейнджерс, но в гол он не превратился. А вот здесь стандартный розыгрыш в исполнении игроков Вашингтона. Выигранное вбрасывание, щелчок Джона Карлсона, и шайба оказывается в воротах. Николас Бэкстром выиграл вбрасывание у своего оппонента и заработал результативную передачу. 1-1. Во втором периоде настало время Александра Овечкина. Вашингтон заработал численное преимущество. Бросок в касание с излюбленной позиции Овечкина. И шайба оказывается в воротах. Карлсон и Коннелли в ассистентах. По 23 шайбы за свою карьеру Овечкин забрасывал в ворот, которые защищали Марк-Андре Флери и Хенрик Лунквист, голкипер Рейнджерс. Отличный бросок без подготовки, в одно касание и без шансов для вратаря. Еще один момент у Овечкина уже на добивании, но в этот раз Лунквист сохранил свои ворота в неприкосновенности. Столкновение Орлова и Зибанежада, и Рейнджерс воспользовались удалением. Джимми Виси на пятачке сыграл расторопнее всех. Пьонг, еще одна результативная передача на его счету, и Брэд Холден стал также соавтором этого гола. Здорово подстроился под этот отскок Джимми Виси и уже направлял шайбу в пустые ворота. А началось все с хорошего наброса. Нарушение у Рейнджерс. На скамейку штрафников отправился 17-й номер Еспер Фаст, и Овечкин оформляет дубль. Та же самая позиция, очень мощный бросок, и у Лунквиста было очень мало шансов. Теперь Лунквист пропускал от Овечкина больше любого другого голкипера Национальной хоккейной лиги. Но и матчей между Вашингтоном и Рейнджерс прошло немало, это тоже нужно учитывать. Дубль оформляет Овечкин. Шестая шайба Александра в нынешнем регулярном чемпионате. Большинство Рейнджерс — это середина третьего периода, наброс на ворота, и Крис Крайдер выставляет свою клюшку, выравнивая ситуацию. 3-3 становится счет. И судьба этой встречи решалась в овертайме. Евгений Кузнецов закатился в зону соперника, нанес очень мощный бросок, с которым Лунквист справился, а вот справиться с добиванием Мэтта Нисканена не получилось. Во второй раз в своей карьере Нисканен забивает в овертайме, и это первая его шайба в нынешнем сезоне. Кузнецов и Оши заработали по результативной передаче в этом эпизоде. 4-3. Победа Вашингтона. Три силовых приема, помимо двух шайб, провел Александр Овечкин в этой встрече. 29 спасений совершил Брейден Холтби. Отправляемся в солнечную Калифорнию. Анахайм Дакс на старте сезона очень много позволяет бросать по своим воротам. Минус 73 разница бросков в створ по воротам соперника и тех, с которыми приходится справляться голкиперу Анахайма Джону Гибсону, но статистика у него феноменальная. Мощный бросок от синей линии наносит Райан Пуллок, и Гибсон вступает в игру, отражая шайбу, хотя могла она и отскочить в ворота. Айлендерс заработали численное преимущество и попробовали его реализовать. Вот такая передача на пятачок. Андерс Ли наносит бросок низом, а Гибсон отбивает шайбу, реагируя на резкое изменение ситуации. Вовремя положил щиток на лед Гибсон и отставил свои ворота. Последняя минута первого периода. Передача в левый круг вбрасывания. Оттуда следует наброс. Затем уже мощный бросок от синей линии и добивает шайбу в ворота Райан Кеслер. 6 секунд до окончания первого периода, и Анахайм выходит вперед. Сэм Стил и Рикард Ракел в ассистентах у Кеслера.
Анахайм забивает в большинстве, ну а то, что Кеслер здорово умеет играть на пятачке, это ни для кого не секрет. Второй период. Игроки Islanders пытаются сравнять счет. Кел Клаттербак проталкивает шайбу в ворота, и гости поздравляют друг друга. Свисток не прозвучал, хотя вроде бы Джон Гибсон зафиксировал шайбу, но эта ситуация потребовала видеопросмотра. И вот о чем говорил Рэнди Карлайл, что щиток голкипера толкали, и эти же слова повторил главный арбитр этой встречи. В итоге шайбу Клаттербака не засчитали. А вот так забивает Кеслер, забивает еще первым броском, но наносит второй, на всякий случай, для профилактики. И с обоими бросками не справляется Томас Грайс, голкипер Islanders. Вот здесь шайба уже оказалась в воротах, и Кеслер вместе с Грайсом по инерции продолжили эту встречу. Третий гол Кеслера в этом сезоне, на этот раз в ассистентах Эндрю Каглиано и Кэм Фаулер. 2-0 в пользу Анахайма. Были моменты и у Islanders во второй 20 минутке. Андерс Ли был самым активным в составе команды гостей, наносил броски, но Джон Гибсон всегда говорил нет. Takes it away like nothing. That thing was ticketed for the top corner too. 2-0 в пользу Анахайма после 40 минут в этой встрече. Начало третьего периода. Макс Камтуа идет в обводку. Его поддерживает Адам Хенрик. Шайба взмыла в воздух, и Хенрик с лету попал по ней, словно теннисист. Третий гол Адама Хенрика, Камтуа в ассистентах. И 3-0 в пользу Анахайма. Очень серьезное преимущество к началу третьего периода. Первая же минута третьего периода оказывается результативной для Анахайма. Islanders заработали большинство за 2.5 минуты до конца третьего периода и уже атаковали в пятером четверых соперников, а иногда и даже в шестером. Но Джон Гибсон отбивал шайбу за шайбой, и в итоге отличились Кейси Сизикас и Хампус Линхольм, но на ход игры эти шайбы не повлияли. Islanders перебросали соперника 35-25, но уступили. У Анахайма лишь одно поражение в основное время в этом сезоне при 5 победах. Теперь отправляемся в Монреаль. Две встречи пропускал Кэри Прайс из-за простуды. Ну а Томаш Плеканец отмечал 1000-ю встречу в Национальной хоккейной лиге. Гиля Флер подарил ему вот эту серебряную клюшку. Это, безусловно, очень памятный подарок. Теперь к игре. Монреаль отправляет в прорыв Макса Доми. Доми уходит от Тарасенко, наносит бросок с неудобной руки и пробивает голкипера Сент-Луиса Джейка Аллена. Это первая шайба Макса Доми в составе Монреаля. Бросок с неудобной между щитков вратарю, и счет становится 1-0. Драку затеяли Джорди Бен и Патрик Марун. Тяжеловесы схлестнулись, но никому не удалось провести тейкдаун. Вот так потанцевали, а потом арбитры разняли игроков. Ну, в общем, публику завели, и за это тоже спасибо. Проход Томаша Татара. Отличный момент у Монреаля, но на этот раз Джейк Аллен не дает себя переиграть. На первой минуте периода отличился Доми. Лехканин и Райли ему ассистировали. И в первом периоде больше шайб заброшено не было. Винс Данн получил шайбу на синей линии. Сыграл с Владимиром Тарасенко. Нанес дальний бросок и сравнял счет. 4 минута второго периода. Тарасенко в ассистентах. Райан О'Райли также записывает себе на счет результативную передачу. Но бросок Дана, вот что стало главной причиной взятия ворот. Здорово, попал. А это Майк Райли, защитник Монреаля. Наносит бросок от синей линии, и шайба оказывается в воротах. 2-1 в пользу Canadiens. Реализовано численное преимущество. Команды во втором периоде обменялись голами в большинстве. Классная обводка, очень рискованная. Брейден Шен тянулся к шайбе и едва ее не перехватил. Но в итоге Райли стал главным героем этого эпизода. Опаснейшая атака Сент-Луиса. Бросок Алекса Стина, но Кэри Прайс успевает переместиться и среагировать на эту угрозу. 3.5 минуты до окончания
третьего периода и забивает Брейден Шен. Стин и Перрон помогли ему отличиться. Третья шайба одного из лидеров Сент-Луиса. Бросок в касание. И здесь вроде бы выставил ловушку Кэрри Прайс. Но угадать, куда именно пойдет шайба, было невероятно тяжело. Да и с броском у Брейдена Шена полный порядок. Последние секунды третьего периода и неточная передача защитника Колтона Парейка приводит к тому, что Монреаль забрасывает шайбу. Отличился Брэндон Галлахер. Томаш Таттер записал себе на счет передачу, и было понятно, что Сент-Луис уже не отыграется. 11 секунд до конца третьего периода, и счет становится 3-2 в пользу Канадиенс. У Сент-Луиса по-прежнему лишь одна победа в сезоне. Что касается Монреаля, 4 матча выиграно в этом регулярном чемпионате. 23 сейва совершил Кэрри Прайс. На этом на сегодня все. Данный обзор для вас подготовил Виталий Магранов. Благодарю всех за внимание и до встречи на хоккее. Счастливо!